У нас новый день. Мальчишки пришли со школы. Обедают, да, перед тренингом? Что там у вас? Колбаски, гриль и булгур? Да. Кстати, давай, вчера давай, купила булгур. Они говорят, ой, мама, мы не будем. А в итоге так понравился, что, короче, вчера и добавку ели. Тема. Не, ну, естественно, если каждый день в течение месяца есть, то и гречка. Да, если каждый день конфеты есть, тоже тошнить будет. А так вообще, как для разнообразия пищи. Я вообще из-за сосисок, мне понравилось. Да, из-за сосисок. Маленькие вот эти, да. Новые сосисочки. Сосисочки малюсенькие, колбаски. Мясокомбинаты такие, знаете, колбаски. Как это? Какие там колбаски? Это вот эти, он говорит, колбаски. А там вот такие вот, сантиметра три, да. Шарики. Ага. И Дюнька, как ты там? А, когда ты успел. 3D-овал. Да, еще мы с Соней проходим комиссию, ну не комиссию, короче. Обследование. Обследование, да, болят у нее колени. И мы сегодня на УЗИ коленных суставов и на рентген коленных суставов, суставов. И анализы надо сдавать, короче. А Ярику, ну видите, машинка играет. Так что такие вот у нас новости. Так, Федор, пол третьего дня, а он в пижаме и учится прыгать. Подождите. Да. Давай еще раз. Я съездил. Она же сказала, что сказала тебе. Оба, она оба. Она же сначала крутится, а потом прыгаешь. Когда он, она уже стоит перед лицом, выходит. Молодец. Ноги по тебя потом отнесли. Что-что? Молодец. Хватит, иди отдыхай. Я сказала, что сказала. Так, пришла Софья Сергеевна. Привет-привет. Со школы устала. Представьте, 4:20 ребенок только пришел со школы с первой смены. А Федор Сергеевич, у нас видите, что творит? Стремится уже в эту школу, да, Федюня? Так, подожди, теперь. Так. Уже не туда пошел, зайка, не туда. Ну куда ты пошел? Надо же повторять. Короче, все сложно. Сейчас будем пробовать заново. На часах начало 12-го, а Аня, совушка-сова, ей не спится. Смотрите, что творю. Решила. Уже одну тыкву расчленила. Это вторая. Что там папа убирает? Папа загружает посудомойку. Вот видите, его ночной дожор. Ногу не хотите показать, не? Ногу твою. Не пропустит? Чего не пропустит? Вон, смотрите, что. После операции. А зато нету, да, вот этого вот ужаса уже, да? Как было? Ну, грозди вот эти вот. Ну, они уже все, да, видишь, она винограда уже сдувается. Нету? Чисто старые швы вот такие еще разбухшие. Ну, а еще так, синева да. Это вся будет, еще чернеть. Ну. А так очень даже вот, ничего. Вот еще такое было. А я, короче, вот смотрю на весь этот ужас и вычищаю тыкву от семечек. А завтра хочу ее мяском и картошечкой внутрь перемешать. Лучка немножко. Да. Специков. И короче, будем запекать, да. 2 часа в духовке, представляешь, написано. Ничего себе. А крышки надо закрывать? Да, вот этой же крышкой. Угу. Ну что, вот так вот вычистили тыкву. Крышечка. Чик-чирик имеется. Вот. И красота получилась, да? В общем, вот так. А у нас доброе утро. Это доброе утро начинается, ребята, с плинтусов. Наконец-то дождались. Короче, супер. Теперь у нас законченный вид будет. Готова тыква. А ты уже поел, да? Я поел. Ну вот. Я думал, это уже на вечер. Федор, не мни, пожалуйста, штору. Не мни. Хорошо, не трогай ее ручками. Отодвинься от нее. Вот так вот, молодец. Так. Что ты, может, мне поможешь? Оно горячее, не? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Она такая... О, она вяленькая. Ну, мягкая. Натушилась, но... Интересно. Вторую тоже? Ну, и вторую, может, не надо. Пока не надо. И мне кажется, дети не будут есть. Я им-то отдельно пожарила картошку. А вот это уже интересно. Пахнет? Ну-ка. Камера запах не передает. Сейчас будем... О, смотри! Так это, кстати, тоже съедобное будет. Ну да. Но. Прикольно. Надо крышечку как-то закрыть, может, чтобы не вставало. Или ты сейчас будешь? Не, сейчас я буду кушать. Ну все, отлично. Это да.
в мусорку и все. Ну что, вкусно? Довольно-таки. А что ты ложкой, чтобы больше скушать? А я люблю ложкой. Заценим. Петька, тише сделай ты, меломан. Ну так, ничего особенного, ну так. Дети, может, и не будут есть, а так прикольно. Все, прикольно. Нормально. Вот, стой. Лицевой. И до серединки. Самые хитрые будут еще и обратно идти. Паша, давай, что это такое, ну? О, у нас лидер, догоняем лидера, Ну, что расслабились? Пританцовочку, давай. Давай, Гошан, включай. И кувырок, хова. Да, пацаны, кого-то забыли. Пока он идет, идем обратно. Забираем. Так, ну давно на влоге не было фитнеса. Приехали соревнования. Вчера на поле побегали. Сегодня в зале. Скакалочка, растяжечка. Все как положено. 2 минуты вперед прыжки с подпрыжкой. 2 минуты назад. О, ускоряется Ярик, да? Я хочу 100 сделать, 100 вперед. 100? Ну ясно, давай догоняй тогда. О, как ножки работают. А кто-то пол тренировки бегает, просто скакалки меняет и все. Чтоб не прыгать, да? Хитрый. Вон там Федор балдеет. Успел. Успел сотку, да? Молодец. Все, давайте, тянитесь, ну. Растягивай. Так. Давай, Дима, повыше ногу. Вот. Свят, тоже не жалейся, чуть повыше. Во. И упри левой рукой. Коленку прямую. Левой рукой упри. Возьми оба края скакалки в одну руку. Оба края скакалки в одну руку. А этой рукой левой упираешься в колено. Все. И она никогда не сгибается. Что? А сейчас дети другим занимаются, ты будешь мешать с мячиком пока. У тебя же волосы мокрые, отдохни немножко. Так пойдем попробуем. Колено согнуто, Кирилл. Иди попей. Офо. О, у Тимофея даже начала нога выпрямляться, да? Прикольно. Что там, судорога или что? Федор Сергеевич технику катания на канате скоро доведет до совершенства. Да, Федор Сергеевич? Обезьяна на лиане. Ну возьми, только мальчишкам не давай, а то они начнут отвлекаться. Хорошо? Ну что, после тренировки старших наступает время младших. Вон, видите, в беленькой манишке на воротах стоит. О! Ну ничего, вроде и стоит, и бегает. Сейчас его время. Хоп! Ух ты! Лови! Лови, обводи! Пойдет по полю побегает.
Все, вдвоем надо бежать, помогать. Едина команда из двух человек забила гол. Сейчас пропустят. Ну-ка, Федька, ближний угол. Эх, повезла штанга. Правильно, что стоять в воротах. Беги, забеги, забивай что-нибудь. Отдал пас. Смена. Пока у нас тут не очень все стоит, потому что, как я вам уже говорила, клею плинтуса. Ой, так красивенько все получается, смотрите. Уже такой завершенный вид, наконец-то. Как мы жили без этих плинтусов все это время. Тут немножко бардак, но ничего. Вот видите, красивенько. Ой, как мне нравится. А еще нам приехала вот такая вот красота. Это микрозелень. Помните, я сама как-то выращивала. На это теперь у меня нету ни терпения, ни сил, ни времени. И я у своей знакомой Катюшки заказала вот такой вот сет. Смотрите, классно. Energy Food, кстати. Кому надо, смотрите. Близненько телефончик записывайте, Instagram записывайте и обращайтесь. Вот.